Инспектор Джек Лот? Кто спрашивает? Энн Старик. И где он? Я констебль Энн Старик. Зачем пришла, Старик? Убийство в захудалом районе. Жертва Альберт Фома Стаффорд, ветеран Второй мировой, 85 лет. Его не видели всю неделю, жил один с котом. Редко ездил на общественном транспорте, любил ходить пешком, ставил одну ногу на землю и переносил вес на другую, держался особняком. Его впервые нашли мертвым, так что на него не похоже. Что с тобой случилось, Альберт Стаффорд? Он не расскажет, потому что мертв. Что за животное сделало это? Оружие требует отстоящих больших пальцев. Наверняка это был Homo sapiens. Только маньяк способен на такое. Ищем маньяка, который способен на это. Соседка заметила, как парни доставали Альберта, когда его видели в последний раз. В этой банке кровь Альберта Стаффорда. Нюхай, давай! Шеф. Хочешь выпить? Давай, глотай. Давай, окунем твои пальцы в банку. Сволочь, ты издевался над Альбертом Стаффордом. Он пригрозил вызвать полицию, и ты избавился от него. Порубил на куски, как мармелад. Я не знаю, о чем вы. Я тоже. Хватит. Предъяви обвинение. Ты знаешь, что в суде дело развалится. Предъяви, Клод. Затем я вышел из комнаты. Альберт Стаффорд был убит мечом. Тем же оружием убили Эйден и Гавин. Да. Да, она уже говорила вам об этом, но ту сцену вырезали. Едем назад. Хорошо.